опять посылки, опять карта, айфон, стол и посылка. Шла опять чай на почту, чай на посту, извиняюсь, заговорилась что-то. Извиняюсь, давайте я посмотрю. Чай на пост же, да? А, не, извиняюсь, это не чай на пост, это AirMail. Другую сторону посылки не буду показывать, потому что там мой адрес. Написали, что это гифт, оценили аж $6. Я не знаю, где они взяли такую цифру, но тем не менее. Написано фон аксессуар. Так, давайте посмотрим. Так, извиняюсь, небольшие неполадки были. Когда я начал открывать, оборвалась запись, я уже все открыл, но тем не менее. А вот этот бампер у меня уже был, кто смотрел, конечно, мои видео, знает, что этот бампер у меня уже, по-моему, с 8 мая, то есть уже почти месяц скоро будет. Вот этот бампер я только что получил. Но они один в один, я оставил от того бампера еще упаковку, если посмотреть. Заказывал у разных продавцов. Заказывал в одно и то же время, только вот этот бампер как реактивити просто вообще за, не знаю, как быстро так дошел. Этот шел намного больше месяца, по-моему, то есть реально долго. А на этом все, с вами был я, Макс, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вот такой, не знаю, что это, но с вами был я, подписывайтесь, опять же, всем удачи, всем пока.